суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина. Известная певица и продюсер счастливы в браке уже долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако поклонники пары недоумевают, почему же они так и не решились на рождение совместных детей. Тема детей в семье Валерии Пригожина покрыта множеством тайн. Пара определенно хочет родить наследников и всерьез намерена завести детей. Но никаких подробностей своим поклонникам и прессе сообщать не планируют, рассказала ведунья Саона. По мнению ясновидящей, дети от предыдущих браков уже совсем взрослые, а заботы о новорожденном племяннике напомнили Валерии и Иосифу, какая это радость – заботиться о малышах. Поэтому паре еще больше захотелось вновь стать родителями. У Валерии, к сожалению, уже были неудачные попытки забеременеть и выносить ребенка от Иосифа. Но она все еще надеется забеременеть естественным путем, считает гадалка. Но в будущем, я уверена, пара прибегнет к услугам суррогатной матери. Могу сказать, что все это будет происходить в строжайшем секрете и закончится большим счастьем для Валерии и Иосифа. Пополнение в семье обязательно случится. А как вы относитесь к суррогатному материнству? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!